Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 25 января. Память преподобного Мара, певца. Преподобный Мар в юности отличался красивой наружностью и обладал хорошим голосом. Во время праздника в честь святых мучеников он в совершенстве исполнял обязанности певца. Больше всего возлюбил он Бога и свято соблюдал Его заповеди. Окруженный многими искушениями, святой Мар сохранил тело свое в девственной невинности, а душу в непорочности и чистоте. Отвратив свою душу от мирских соблазнов, юноша удалился в селение Омиру и устроил себе там небольшую хижину, в которой провел 37 лет. Много страдал в этой хижине преподобный от сырости, которая вредно действовала на его здоровье, но не хотел оставить своей хижины и прожил в ней до конца своей жизни. Преподобный Мар отличался простотой и не терпел лукавства, а бедность считал за величайшее благополучие. Прожив 90 лет, он довольствовался одеждами из козьей шерсти, а для подкрепления телесных сил употреблял немного хлеба с солью. Долго питал святой в своей душе горячее желание присутствовать при совершении божественной литургии. Когда же священник совершил у него это великое и спасительное тайнодействие, преподобный Мар говорил, что душа его была исполнена неизреченной сладости, и он долго предавался размышлению в глубоком смущении, не дерзая взирать на небо. Совершив свой долгий спасительный подвиг, святой мирно предал дух свой Богу и ныне блаженствует в вечных обителях. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.